каждая из этих машин оснащена специальной системой. Здесь есть камера, которая вот здесь вот стоит. И здесь есть специальный планшет. Камера – это, коли машина стоит или машина движется, наблюдает за всеми автомобилями, которые движутся вокруг. Специальная система автоматически считывает номера этих автомобилей, забирает к себе в базу данных, соединяется с базой данных в центре и смотрит по этому автомобилю, какие есть претензии и так дальше. Приведу вам пример. В Харькове милиция хитрая поставила его сбоку здесь. В Одессе, когда мы презентовали проект, машину поставили рядом с одной из проезжающих улиц, очень густо, по которой густо шел транспорт. Машины стояли 3 часа в пассивном режиме. 24 автомобиля зафиксировали, в которых есть претензии. Две машины в угоне, те не заплатили штрафы, те находятся под арестом и так дальше. То есть это вообще-то большая работа. И сейчас, находясь здесь в автомобиле, патрульный полицейский может автоматически видеть все, что происходит вокруг, и останавливать автомобиль, уже зная, если есть к нему претензия, зная его собственника. И так как вы теперь получите, надеюсь, после утверждения закона, новую систему штрафов и контроля за автомобилем, где эти штрафы и контроль будут не за человеком, а за транспортным средством, то мы по каждому автомобилю будем видеть историю его нарушений и историю его криминальных проступков этого автомобиля, так скажем, грубовато. Здесь еще, кроме этой базы, существует еще, будет оснащено 2 таблета и еще 2 подключены базы данных. Кроме того, каждый патрульный будет на груди иметь видеорегистратор. И беседуя с каждым человеком, вся их беседа будет записываться на этот регистратор. Это будет уровень контроля поведения патруля, и это будет уровень контроля его взаимодействия с гражданскими лицами. Мы сильно рассчитываем, что это сильно и серьезно снизит объем конфликтности между людьми, для того, чтобы мы могли выходить в сторону все более и более контролируемого со стороны общества полицейского. Машина эта оснащена будет также оружием, соответствующими датчиками движения и так дальше. И ключевое, так как мы говорим, что новая полиция – это прежде всего сервис, мы говорим о том, что расчет полицейских патрулей по городу будет таков, что время по вызову каждому преступлению или инциденту было от 5 до 7 минут.